Приветствую всех на канале Автоскоприкормка. В этом видео мы проверим малиновое варенье, замешаем его вместе с хлебом и отправим в водоем. И посмотрим, как рыба реагирует на запах малины и вообще, будет ли она подходить к нашей кормушке и есть этот хлеб с малиной. Итак, сейчас замешаем хлеб. Так, теперь нужно его немного увлажнить водой из водоема. Так, замешиваем наше малиновое тесто. Надеюсь, карасику это понравится. Вкуснотень. Так, забиваем в кормушку. Поплотнее, чтобы во время заброса у нас ничего не вылетело. Чтобы вся эта вкуснятина осталась в кормушке. Отлично. Отправляем в водоем. Thank you.
Thank you.